Здравствуйте. Вызывали? Да, здрасте. Слушайте, мы с вами нигде не встречались? Лицо такое знакомое. Не припомню. Вроде нет. Ну ладно, в общем, короче, у меня стиральная машинка не подключена. Я бы очень сильно хотела, чтобы вы ее подключили, потому что я уже пару дней хочу постирать вещи, мне больше нечего носить. И я ходила к маме уже стираться, мне подружка предлагала у нее постирать. Я очень хочу, чтобы вы мне сделали стиральную машинку, потому что я устала от этого всего. Бегать к маме, бегать к подружке, бегать еще к кому-нибудь стираться, просить у соседей постираться. Мне просто это жутко надоело, поэтому я очень хочу, чтобы вы мне сделали стиральную машинку и помогли мне как можно скорее. Ну, пойдемте посмотрим, что там у вас с машинкой. Сейчас подключим быстро. Ну вот и короче, представляете, и моя подружка вот в этих вот чистых, холеных вещах выстирала. Как там эта песня-то была? Пи-пи-пум, пи-пи-пум, па-пам-пим. Нет, как-то по-другому. Лучше, понимаете, это просто невыносимо. И вот мы ходим, короче, по этой выставке с моей подружкой, и на нее пялятся все парни, к ней подходят знакомиться. Па-пам-пим, пу-пум-пим, па-пам-пим, па-пум, ту-ту-пум-ту-ту. Нет, как-то еще. Подружка, которая в грязных вещах такая вся отвратительная, мерзкая. И вот, это просто невозможно, понимаете? Вы же понимаете, о чем я? Да, у меня 100 раз так бывало. Ой, как я вас понимаю, вы не... Я очень рада, что вы меня понимаете. Вот, собственно, стиральная машина, да, вижу. Вот ее нужно подключить. Да, я вижу. Сейчас. Одну секундочку. Сейчас можно я... Просто. Что-то случилось? Вам плохо? Может быть, вам водички принести или что-нибудь такое? И, короче, мы потом выходим с этой выставки, и мою подружку приглашает с собой поехать на Мерседесе прекрасный заряженный армянин. И я при этом стою как клуша, жду свое такси эконом, понимаете? Угу. А, кстати, вы так мужественно выглядите. Вы не один случайно? Ну, может быть, у вас кто-нибудь есть, а может быть, нет. Ну, просто, знаете, я подумала, что это так странно, типа, я такая в халатике. Это я вам как сантехник говорю, вы уж извините, там, может, я там нарушаю субординацию. Да, с чего это вы вдруг так решили? Часто трубы прочищаете? Ну, не часто, но, блин, бывает иногда. Да? Да. Ну, просто я так подумала, у меня обычно дома только мама, либо подружки, я не часто остаюсь с мужчинами наедине.